приходом первых летних дней распускается и сирень в нашем саду. Каждый год именно к этому времени она радует нас своей красотой и ароматом. Поутру хочется набрать большой букет сирени, принести его домой и, поставив в вазу, порадоваться, какую красоту создает природа. Дни июня в этом году по-настоящему чудесны. Безоблачное небо, яркое солнце и светлые длинные ночи. Раннее летнее утро – это то время, когда мы можем побыть наедине с собой, подумать о том, что мы действительно хотим, открыв окно, услышать пение птиц, ощутить этот прекрасный, легкий, свежий летний ветерок. Утро способно творить настоящие чудеса. Это время, когда мы можем услышать наш позитивно настроенный внутренний голос. Не вечного критика, который говорит нам, что мы делаем не так, а именно то наше начало, которое помогает нам двигаться дальше в нужном направлении. Также я оберегаю себя от шума, которые получаются вследствие информации, полученной при использовании телефона, компьютера. Я не читаю новости, а наполняю свой день приятными моментами, которые способны повлиять на весь мой день. Я наливаю себе приятный ароматный чай, открываю книгу или журнал с тем, что будет меня вдохновлять весь день. С чашечкой чая я могу устроиться в каком-то уютном местечке нашего дома и записывать утренние страницы. Это своего рода дневник, компас того, чтобы не потеряться в этом мире, услышать именно то, что хочет наша душа, и не сбиваться с намеченного пути. С наступлением лета я навела порядок и сделала небольшую перестановку в моем буфете на кухне. Я люблю это занятие, оно успокаивает меня и вдохновляет на что-то новое. Для этого я выбираю ту посуду, которая чаще всего будет использоваться в этом сезоне. Выставляю ее так, чтобы мне было удобно доставать ее, а также, чтобы она красиво смотрелась на полочках. Все эти предметы как будто разговаривают со мной, рассказывают свою историю или создают новую. И при одном взгляде на сочетание этих предметов у меня уже в голове складывается какая-то новая история, и я уже представляю, как будет выглядеть мое следующее чаепитие или, возможно, поездка на природу с красивым пикником. Например, мои летние тарелочки с сиренью нашептали мне прекрасную сиреневую историю, которой я и хочу поделиться сегодня с вами. Как я уже говорила ранее, я часто смотрю фотографии на Pinterest, что-то вдохновляющее, интересное всегда себе сохраняю. И, перебирая сохраненные идеи, я вспомнила о том, что очень давно уже хотела сделать сиреневый сахар. А тут как раз и сирень зацвела, и тарелочки сиреневые у меня появились в буфете. Пока я отделяла цветочки от зеленых веточек,
так как это важно сделать, если их оставить, они передают сахару горечь, а нам это совсем не нужно. Я сидела и наслаждалась этим моментом. И нисколько я хотела бы поделиться этим рецептом, потому что рецепт на самом деле очень прост. Самое главное, что я хотела передать, эту прекрасную атмосферу того, как при каком-то простом приготовлении мы находим в себе гармонию и спокойствие, которое бывает так не хватает нам в течение дня. Некоторые прекрасные моменты мы можем сохранять не только в своей памяти, на бумаге, на фотографии или в видео, а также мы можем сохранить вкус или аромат тех даров, которые предлагает нам лето. Немного времени и желание поэкспериментировать, и вот мы поймали в баночку то, что так порадует нас пасмурной осенью или холодной зимой. Баночку с сахаром нужно будет закрыть и оставить в темном месте. Я оставлю ее в буфете на неделю. Каждый день нужно встряхивать банку, чтобы сахар не превратился в комочек. А через неделю нужно будет просеять сахар и убрать его в банку до тех дней, когда мы захотим им воспользоваться. В наше время, благодаря новым технологиям, есть возможность сделать дом более комфортным. И я хочу рассказать вам про наше новое приобретение. Это камера «Центр умного дома» от бренда Acara. Эта камера совмещает в себе функции умного дома, камеры видеонаблюдения и инфракрасный пульт для бытовой техники. К примеру, мы подключили к ней кондиционер, и стало удобно включать его, находясь на улице, и приходя домой, помещение уже становится прохладным. В модели Acara камера Hub G3 реализовано распознавание лиц и жестов. Можно настроить автоматизацию. Сейчас мы еще планируем приобрести модули для штор и сделать так, чтобы с помощью камеры и жестов можно было сдвигать и раздвигать их. К этой камере можно подключить до 128 различных устройств, например, датчики света или умные лампочки, чтобы при наступлении темноты свет автоматически включался. Вариантов огромное множество. Видео можно сохранять на облако или карту, а для сохранения приватности есть милая шторка с глазками. Камеры с обратной связью, например, на нее можно совершать звонки и связываться с детьми, которые остались дома. И все это через удобное мобильное приложение Acara Home.
А еще для удобства камера поддерживает управление с помощью голосовых помощников. Список технических характеристик устройства доступен по ссылке в описании под этим видео. Первый летний месяц мы наконец-то принялись за нашу давнюю задумку и решили соорудить нашу летнюю садовую кухню. Сначала муж принялся сооружать каркас, после этого сделал столешницу, заднюю стенку, а я тем временем была в поисках раковины, крана садового. И, конечно же, той краски, которая наилучшим образом сюда подойдет и будет гармонично смотреться в саду. Когда весь каркас кухни был уже полностью собран, нужно было его еще тщательно отшлифовать, где-то закруглить углы, чтобы избавиться от острых каких-то уголков и также не было никаких занос, после чего я уже принялась за покраску всей кухни. Я выбрала для этого два оттенка, один такой как орех, это пропитка специальная, которая позволяет наносить ее губкой, а заднюю стенку я покрасила такой нежно-фисташковый цвет, зелененький, который, мне показалось, отлично сочетается с этим цветом орех. Ведь
Еще были такие мысли вырезать отверстие в столешнице для вот этого латунного таза, а также сделать в самом тазу отверстие для слива. Но потом я отказалась от этой идеи, мне легче из этого тазика просто вылить куда-то воду, когда я там что-то помыла, нежели как бы делать в нем какие-то отверстия. В заднюю стенку кухни мы решили поставить вот этот вот садовый кран, который я нашла на сайте Озон. Он там, кстати, был последний, но сейчас вроде как они тоже стали появляться. Эти краны есть с разными фигурками, но вот с уточкой мне понравился больше всего. К самому крану мы подключаем садовый шланг. Если же мне нужна какая-то теплая вода, я планирую в следующий раз еще повесить туда рукомойник такой и покрасить его тоже, может быть, в цвет бронзы. Но пока я еще его не повесила, в принципе, мне достаточно той воды, которая нагревается в шланге, чтобы помыть что-то там необходимое. Кухня в саду – это на самом деле очень удобный и красивый помощник. Да, это заняло время и, конечно, какие-то финансы, чтобы купить доски, краску, найти какие-то тазы там для мытья, краны. Но в итоге это так удобно и эстетично, что с большой радостью теперь выходишь в сад, нарезаешь там арбуз, моешь овощи, оставишь цветы в вазу, и не нужно каждый раз ходить для этого домой. Летом это незаменимый помощник, такая аккуратная, красивая кухня.
Вот так вот в заботах, в идеях, в новых планах, в их реализации завершился месяц июнь, первый месяц лета. Я надеюсь, что эта видеоистория с моментами июня вам понравится. Всегда рада вашей обратной связи. Я надеюсь, что очень скоро появится новое видео, ведь полмесяца мы занимались обустройством нашего садового домика. Об этом я уже расскажу в одном из видео. У нас появился свой маленький домик в деревне. И, конечно же, до новых встреч в новом видео. Чудесных, теплых летних дней!